Добрый день. Уже утро не буду говорить, потому что уже реально день деньской. Помонтировал часика 3, наверное. Много не намонтировал, но что-то прям давно не занимался этим делом. Скучновато, но нужно. Нужно. Пошли прогуляться чуть-чуть. Вот, пошли. Вот даже одел сегодня курточку водонепроникаемую, потому что у нас что-то час назад так дождь лил. Думаю, блин, вдруг пойдет еще, если пойдем гулять. По крайней мере, не промокнем. Эта куртка, она реально держит дождь. Сейчас еще кое-что интересное возьмем, прикупим. Палатка стоит. О, мы уже почти у цели. Вон палатка. Ну, вот здесь, а. Клубничка продается. Закупились, вот корзинка, блин, вот это вот одна клубника, вот это вот прям, охренеть, она же в рот не поместится, здоровая такая, 7, почти 8 евро, вот эта корзинка, ее собрали прям сегодня, утром собрали, уже в обед здесь, свежий урожай, я говорю, что, на второй день будете продавать их, она говорит, нет, если они здесь постояли один день, не продали, потом эту клубнику берут на следующий день, ее пускают, там с нее делают варенье, представляешь, ликер, варенье, все дела. Так что приятного аппетита. Что, вот так вот вышли прогуляться. Ой-ой-ой, ветер какой, сейчас напустует нас. А тут вот купили домой, картиночка такая, закупились, пойдем маму кормить клубничкой. Еще мелкий проснется. Блин, конечно, вкусно. Которые зимой там лежат в магазине, это привезенное, все, оно было еще зеленое, собрали. А это вот прям с поля. Нормально, очень вкусно. Чувствуется разница, когда вот это вот прям вот собрали вот и вперед. Кстати, там такая фишка, можно самому их на поле собирать. Поедем как-нибудь. На днях съездим, соберем чуть-чуть. На поле, кстати, удобно собирать. Удобно тем, то, что можно одну положить в корзинку, а две сразу там скушать, если никто не видит. Тогда можно вынести чуть-чуть больше с поля. Вкусные. Там малинки сезон будет еще. Малина еще, конечно, рано. Сейчас вот первая сперва клубника, а потом уже и малина пойдет. Если слива будет. Есть у нас тут плантация прям. Занимается одна фирма этим всем, вот этими фруктовыми делами. Приезжаешь на поле, зашел там, да, набираешь ведерко, пошел на развес, как бы на весы там раз, сколько набрал там, и на весы и заплатил. Очень удобно, зато знаешь, откуда она, что она здесь вот прям у тебя растет возле дома, а не привезенное мороженое, зеленое какая-то там. Все-таки, как говорят, натурпродукт. Так же, как сейчас на балконе, вот укроп вырастил, собрал там лук, укроп. То же самое, знаешь, да, что сам вырастил. Вырос в течение 2 недель, прям четко. И вкус соответственный. Потому что он уже не мороженое, а вот свежее все с огорода. Какой бы он там ни был, этот огород. Такие вот дела. Попозже надо будет еще пойти прогуляться. Сына отправили на день рождения. Теперь мы этот пойдем домой. Надо пообедать. Ну что, идем опять на прогулку. Сейчас прогуляемся чуть-чуть. Тучки нас догоняют. Там где-то есть такая тема, что может быть опять дождь. Каждый час по несколько минут льет дождь. Потом перестает, выходит солнышко, ветер. И часом позже опять возвращается все к нам. Очень интересно, что будет через полчаса. Мы будем еще, наверное, минимум часик в пути. Минимум. Не зря у меня вот куртка не промокает. То есть водонепроницаемая абсолютно. Проверено в Англии. В Англии были дожди. Мы ее там проверили. Работает отлично.
Идем сейчас сына заберем, пойдем гулять. Клубнику, которую, кстати, вот мы купили вот недавно, попробовали, дочь попробовала, жена попробовала, я попробовал, все, есть можно. Ну чё, Just Call Game уже стримит, ДБД, забегал в гости. Не знаю, будет сейчас, нет стримчик, вот этот влог сделаем, чай попьем, подумаем. Есть 4 или 5 игр на выбор, в 2 из них прям охота сильно поиграть. Одна абсолютно новая будет на канале, вторую надо просто пройти. Так что... Будем думать. Сейчас с чаем подумаем, что как.